Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот две посылочки. Честно, в одной я знаю, что здесь вот написано у нас, что это термометр. На ощупь это не термометр, это пирометр, который я заказывал. У меня друг попросил заказать ему пирометр, такой как у меня. Вот, уже у нас был он в обзорах, поэтому мы даже не задумываясь, купили еще один. Ссылка на продавца будет в описании. А вот здесь какая-то коробка, и здесь написано Plastic Lens, то есть пластиковые линзы. И что это за пластиковые линзы, хрен его поймет. Ну, большая коробка, давайте откроем. Вот. Я не проверял по треку, что это такое. А, вспомнил, да. Проверял я. Это камера Xiaomi-шная, вот такая она Акара. И я так понимаю, что эта камера, то есть, ну, судя по отзывам, что эта камера может выступать как гейтвей. Я покупал ее на Light in the Box. Ссылка будет в описании к видео. И ссылка на акцию будет. Покупал я ее там что-то $28. Потом цена возросла до 36. И там и держится. Посмотрим. Сейчас мы ее просто распакуем, посмотрим. И я постараюсь побыстрее найти время с ней разобраться и выложить отдельным видео, что у меня с ней получилось, что не получилось. И вообще, как она снимает и так далее и тому подобное. Но пока просто распакуем. То есть в данном видео будем распаковочку снимать. Вот, давайте с него начнем. Потому что пришел вот в обычной такой вот пупырочке. Ничего с ним не помялось, без коробки. В предыдущие разы, по-моему, насколько я помню, была коробка. GM320, фирма другая, фирма теперь Xueli, как-то так, я думаю, звучит. Или Хуели. Вот. Ну, все обычно, все то же самое. Я так понимаю, что один завод производит эти пирометры GM320. Просто меняют название, какое им надо, то и меняют. Сейчас найдем батарейку и замеряем что-нибудь. Вот, в инструкции можно посмотреть. То есть, у данного пирометра, если чем дальше находится цель от тебя, тем выше погрешность в измерениях. То есть... И, ну, давайте включили, сразу подсветочка сработала, загрузился он. Холд, Цельсий, Фаренгейты можно выбрать, выключить подсветку можно. И это прицел, то есть мы сейчас нажимаем, ничего нету. Включаем прицел, и теперь у нас есть прицел. Вот, куда светим. Ну, давайте посмотрим, сколько у меня ладошечка моя. 35,3, 2. Похоже на правду, то есть это нормальная температура для ладошки. Давайте попробуем на лоб. 34,1. То есть он не подходит для измерения температуры. Но я ребенку своему, пока не купил Xiaomi-шный измеритель, иногда, когда часто нужно было измерять температуру, вот под мышкой в ямочку прям светил, и реально температура совпадала с градусником ртутным. То есть нужно было приловчиться 2-3 раза померять, и средняя температура была понятна. То есть это, конечно, этим не нужно мерить температуру, измерять никому, ну, я не советую. Но если нужно, допустим, у меня ребенок, он ртутный градусник просто не переносил, и сейчас Xiaomi-шный вообще это спасение, потому что он и четко измеряет, все тютелька в тютельку температуру меряет. Буквально 2 секунды, не нужно 5 минут сидеть с этим холодным градусником под мышкой. У меня ребенок просто не переносит. Но я этой штукой, потому что бывало такое, что когда высокая температура под 40, нужно мерить там каждые там 10-15 минут, вот, пока, ну, когда дали лекарство, нужно мерить им температуру часто, пока не спадет, и жена там всю ночь не спит и так далее и тому подобное. И вот я приловчился вот этой штукой замерять под мышкой температуру. Естественно, контрольные замеры делались ртутным, но, допустим, если там начала спадать температура, то можно было этим посмотреть и понять, спадает она или нет, вот, как бы пользоваться. Ну, естественно, лучше раскошелиться и купить Xiaomi-шный градусник. Это реально очень бомбовая штука. И у меня есть на нее обзор, вот, распаковка, поэтому очень советую. Эта штука работает, откладываем ее и пошли, давайте посмотрим, что нам положили в коробку с нашей Акарой, новой камерой. Вот, напомню еще раз, что...
я найду, постараюсь найти побыстрее, найти время для того, чтобы разобраться в ней, подключить ее там и сделать более детальный обзор на нее. Но пока мы ее просто распакуем. Идет она в вот такой вот коробке. Тоненькая коробочка, не свойственна для камер Xiaomi, потому что предыдущие дофанги, они там приходили в такой плотной коробке. Вот. Но упакована зато неплохо, и дофанг она была прям притык к стенке, а здесь утоплена вглубь. Так, вот такая вот, я так понимаю, здесь кабель. Ага, и зарядка, кабель и зарядка. В дофанге идет только кабель, по-моему, насколько я помню. Причем здесь еще идет какая-то, ага, болтики, заглушки в стену. Вот. То есть можно ее крепить на стену. Вот такая вот железная металлическая штучка. Я так понимаю, что ее можно примагничивать. Но мы сейчас посмотрим это. И провод. Провод длинный, USB. Давайте откроем его. Где он тут открывается? Вот, и зарядочка есть. Так. Вот такой вот моток. Моток, как, ну, в принципе, как и у дофанга. Кабели по качеству и по длине. Вот, и сама зарядочка. Зарядочка маленькая, компактная. Ну, и, походу, ее можно применить не только здесь. Можно и куда-нибудь еще применить. 5 вольт, 1 ампер. Вот такая вот зарядочка. И сама камера, давайте ее... Вот так она вставлена в такую вот коробку. Инструкция. Ну и все, больше в коробочке больше ничего нету. Инструкция у нас все на китайском. Ага, под углом, как ее крепить. Ну, в картинках, в принципе, тут можно понять. Вот еще можно на потолок ее закрепить. Интересно, интересно. Ну и дальше непонятные там кружочки, циферки и так далее. И вот здесь вот, что можно к ней подсоединять датчики открытия, то есть открытие окон, дверей. И еще какой-то датчик можно подсоединить к ней. Вот тут рисуночки. И здесь, я так понимаю, таблица того, что можно к ней подключить. Но тут все на китайском. Китайского мы не знаем, поэтому откладываем. Давайте посмотрим на саму камеру. Такой опять в коробочке. Выглядит все приятно, очень хорошего качества пластик, ну, свойственный Xiaomi. Здесь у нас отверстие для карты памяти, кнопка сброса и для зарядки отверстие, решеточка радиаторная для охлаждения, вот, ну или не знаю там для чего. Потом вот эта вот штука, она приклеивается, да. И что, магнит тут есть? Да, есть магнит. То есть мы можем прикрутить к стене вот эту вот железную штуку и потом прикрепить просто на магните камеру. Намертво прикрепляется, намертво. Не так просто даже снять. Вот так она выглядит, двигается полностью на 360 градусов, двигается, все отлично. Вот так вот. На этом у меня все. Более детальный обзор на нее уже будет далее. Я выделю время и... Ага, магнит тут находится, тут приклеивается все что угодно. Вот, я выделю время и более детальный обзор на нее сниму. Вот, ну а пока у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.